Здравствуйте, друзья. У нас с вами на экранах очередной... Можно вас блогером назвать? Ну, можно, да. Начинающий такой. У вас есть блог. Вот. Ну, представляйтесь, давайте, раз вы такой начинающий. Меня зовут Родион. Я веду блог Welcome to Chi. Приехал в США недавно. Чуть более 6 месяцев. Приехал 10 января. Вот. Живу в Чикаго, город Чикаго. А Чи – это какое-то распространенное сокращение для Чикаго, или это вы его так? Это да, сокращение такое распространенное в Чикаго. И я подумал, что если я назову блог Welcome to Chi, то есть это не будет совсем привязано к Чикаго. Возможно, я куда-нибудь перееду потом там и смогу придумать какое-то альтернативное название к этой аббревиатуре. Это так, если задел на будущее. Хорошо. Так, а вы переезжаете, что ли? Вот у вас вот такой вид сзади, как будто вы переезжаете. Вот у вас там явно вещи как-то передвигаются. Или вы только заехали? Я здесь жил как раз эти полгода. Вот 1 сентября я переезжаю в другой апартмент. А, то есть через там 3-4 дня вы в процессе сбора. Хорошо, так давайте пару слов о себе. Вот лет вам сколько? Мне 24 года. Я приехал из города Казани. Дин, выиграл грин-карту. Занимался рекламой до этого, то есть закончил факультет журналистики, специальная связь с общественностью, то есть у нас есть университет КГУ, его закончил, перед этим учился 2 года на факультете ВМК, специальность IT. Как-то вы так неожиданный перескок такой. Да, у меня был такой неожиданный, то есть перескок, я решил поменять что-то опять в своей жизни, и потом работал в рекламе, и сейчас снова вернулся в IT-индустрию. Так вы, я извиняюсь, холостой? Я, да, холостой. А видели у нас какие девочки есть? Прямо из Казани. Да, из Казани. Да, ну вот надо вам смотреть наш канал чаще. У нас тут из Казани целые прямо полчища. Ну, хорошо, Родион, вы грин-карту выиграли или как вы приехали? Да, я выиграл грин-карту, получил вот визу, получается, в августе. Полгода еще побыл в Казани, и в январе, то есть в самый последний вот этот месяц, там февраль-январь, я как раз прилетел в США. А вы не спешили, то есть вы так с августа по январь? Я не спешил, потому что хотел закончить все свои проекты у себя в Казани, то есть побыть подольше с родными, подкопить денег на переезд, то есть успеть там продать машину, как-то, то есть подготовиться основательно к переезду, чтобы все сделать не в попыхах, а... То есть у меня был основательно. Так, а родители не возражали или как-то они поддерживали вашу идею? Ну, сначала было не очень просто с этим, но так как у меня было еще полгода впереди, все, я как-то подготавливал их к переезду, мы часто говорили об этом, и они наоборот только радуются сейчас, то, что я в США. И даже, я думаю, сами посматривают в сторону переезда. Я думаю, что у вас молодые, наверное, родители там до 50, да? Сколько им? Да, там 69-80 года. Ой, так совсем молодые. Ну что же, хорошо, они еще многое могут успеть. Вот получите гражданство там и привезете родителей. Вы когда ехали из Казани, вот, грубо говоря, ну там 7-8 месяцев назад, вы уже знали, что вы как-то с тестированием будете связаны с нашей школой, или вы вообще не знали, что есть такое на свете? Я знаком, на самом деле, с вашим блогом и форумом достаточно давно, наверное, 2-3 года. И у меня было как бы два плана. Первый – это заниматься веб-дизайном, закрепиться, есть в этой сфере. И второй, там, если как-то с веб-дизайном, может, либо будет рынок очень, там, очень много конкуренции будет на рынке, либо мне не понравится, либо мне не получится, там, попробовать там себя в тестировании, как-то между вот двумя сферами, веб-дизайна и QA. Но вы у нас в школе оказались, вы из февральской группы, да? То есть вы фактически только приехали и сразу к нам. Ну да, то есть я решил как-то не ждать, сразу начать учиться. 24 февраля у меня начался первое занятие, и я решил не тянуть, а куда тянуть, и нужно же на работу хорошую будет устраиваться. То есть, хорошо, но вы кого-то знали, кто у нас учился в онлайне или живьем, или вы только вот так вот с видео? Да, мы познакомились с ребятами, кто живет в Чикаго, и вот в каких-то ближайших городах с одним мы очень сильно подружились, до сих пор общаемся, дружим, встречаемся.
практически одновременно с ним получили работу, и видимся, я думаю, ну, раз, может быть, два в неделю, может быть, чаще. То есть, это вот тот, что вы 4 дня назад с ним снимали видео? Да, 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 вот я брал как раз у Николая интервью про то, как он получил работу. Так вы, ну, вы из одной группы? Да, мы из одной группы. То есть, когда вы поступали на курс, вы не знали никого так живьем? Нет, никого не знал, на самом деле. Я смотрел видео, были какие-то там, по именам сейчас не помню, но я помню, вы брали интервью у людей, которые устраивались, но из Чикаго я никого как бы. Так больше того, они же не были онлайн студентами. То есть я начал онлайн людей снимать вот буквально последние пару недель. Мне говорят, покажите тех, кто в онлайне. И как-то возник специфический интерес к тем, кто в онлайне. И очень интересно есть, ребята, я же тоже в лицо от вас, откуда я вас в лицо-то знаю? Вот, так, ну, бывает кое с кем там где-то пересечешься, а так вообще интересно. Вы виделись с парнем из Флориды, с Сергеем мы снимали? Ну, я виделся, вот я говорю, только из группы нашей, наверное, с... Мы впятером виделись, на самом деле, 5 человек встречались. А, то есть вы не просто были в одной группе, а вы еще живьем там знакомились? Ну да, мы решили встретиться там, посидеть в Старбаксе, потом прогуляться, потом кто-то там приезжал, например, в гости в Чикаго, с ними ребята встречались, у меня вот не получилось с ними видеться. Но вот мы встречались в Старбаксе. То есть какая-то комьюнити образовалась даже от онлайнового такого обучения? Ну да, мы общались на тему поиска работы, потому что мы все вот живем в Чикаго и как-то обменивались информацией какими-то там рекрутерами, например, которые нам звонят, стоит ли с ними вообще общаться, насколько они эффективны, про компании говорили. То есть все, конечно, было основано на поиске работы и вот на обмене опытом в сфере вот, QA. То есть на самом деле вот это ваше взаимодействие вот людей, которые на местности в одном классе, то есть оно все-таки помогает при поиске работы. Это помощь практическая или это больше вот на уровне моральной поддержки, так настроения? И моральной поддержки тоже, да. То есть если мы постоянно ходили на какие-то интервью, то есть face-to-face интервью, обменивались информацией, как вообще это проходит, то есть это ни у кого не было опыта получения работы в США именно вот в сфере IT. То есть мы сначала удивлялись, то, что face-to-face интервью может длиться там 3-3,5 часа, обменивались информацией, какие вопросы задают, там, какие могут подловки быть, то есть как ведут себя именно вот сотрудники там, то есть на самом интервью. И, конечно, мы обменились информацией вот как раз о компаниях, куда, например, стоит подавать свое резюме. Мы, конечно, отправляли во все компании, но все равно у нас были какие-то компании, на которые мы могли рассчитывать, то есть, например, они набирали там большое количество сотрудников, и мы как-то больше делали уклон в их сторону. А было такое, что вы в пределах компании ходили на интервью в одну и ту же контору, если вы искали одновременно? А такого не было. Было только то, что мы в рекрутерское вот это вот агентство ходили. То есть... А то бывает, знаете, так еще вопросами обмениваются, и тот, который второй там или третий идет, он в более выгодном положении, он вопросы знает. Давай. Да, так тоже бывает. Ну что же, хорошо. Так... Вот давайте, может быть, пару слов скажите про интервью, которое вы делали с товарищем. Вот. Он очень забавной внешности такой, правда? Такой с бородой. Да, я думаю, мы вдвоем очень забавной внешности. Просто он там любит носить кепку и так далее. Ну что ж, я брал интервью у Николая. Мы вот как раз познакомились в онлайн-классе, который начался 24 февраля, списали в скайпе на тему сначала какой-то временной работы, то есть он мне помог устроиться на Wild Parking в то время, то есть это я парковал машины, он мне помог устроиться на эту работу, мы встречались, виделись там, учились, готовились к интервью, к телефонному скринингу, к какому-то техническому интервью. Ну и проводили, то есть время, общались на тему поиска работы. И Николай получил работу где-то, я думаю, чуть больше месяца назад. Вот, он получил работу за городом, в Сабарбах, точное название не помню, но то есть он хотел туда устроиться, и он как раз его взяли туда. Он с первого интервью, да, прям так как-то он?
Нет, у него были интервью до этого, то есть face-to-face интервью. По-моему, у него то ли третье, то ли четвертое вот это вот было face-to-face интервью, с которого взяли. Так, если мы посмотрим вот на те там 4-5 человек, которые там у вас в орбите, и они там уже в основном, видимо, работают, я так подозреваю. Значит, вот если вы посмотрите на них, после нашего курса, вы все с одного курса онлайнового, примерно в каком диапазоне люди зарабатывают на первой работе? Я не имею в виду вас там или конкретно там кого-то, но вот так вот, на круг. Я не могу сказать про именно людей из нашей группы, потому что я особо этим не интересуюсь, но я знаю какую-то вилку, которая в Чикаго, например, есть, зарплатная. Вообще средняя зарплата это где-то, я думаю, от 55 до 65 тысяч в год. Вот, из Чикаго офферы такие делают. Поначалу. Что? Поначалу, то есть это для относительно начинающих. Да, для относительно начинающих. Но у нас кто-то там, по-моему, больше получил, я как бы подробностей не знаю там, то есть я особо этим не интересовался, потому что я все силы тратил на поиск работы для себя. Ну, просто важно ориентироваться в пространстве, когда ты вот так начинаешь на рынке, ты хочешь понять, на каком ты свете, и важно, когда поступает информация от других людей. Когда вы искали работу, когда вы ходили на интервью, у вас сколько было интервью? Всего у меня было 2 face-to-face интервью. Вот на втором face-to-face интервью мне как раз после второго мне сделали оффер. Технических интервью у меня было достаточно много. Точную цифру не могу сказать, но было много. То есть, думаю, 25-30, наверное, именно после скрининга вот этого. То есть обычные этапы, вот какие у меня проходили, это сначала какой-то HR разговаривал, либо рекрутер, потом он направлял мои резюме кому-то на интервью уже, с сотрудником поговорить, потом на техническое интервью. Один момент. Когда вы говорите интервью, вы имеете в виду, все это происходит так удаленно, это по телефону или в скайпе, да? Да, удаленно, то есть все по телефону. То есть именно вот технических интервью, я не знаю, там 25-30, может быть, было за все время, и всего там 2 face-to-face интервью. Окей. У нас называется скрининги. То есть, скрининг. Скрининг, да. То есть интервью, как бы мы, так когда мы объясняем, мы говорим, что интервью это некий разговор с целью нанять. А скрининг это некий разговор с целью отсортировать и перевести на следующий этап тех, кто подходит. То есть это обычно скрининги делают так, по телефону или в скайпе. А бывает, что по телефону интервью тоже. Бывает, нанимают по телефону, это случается. Хорошо, значит, вы чувствовали себя на технических и на живьем, да, интервью. Вы чувствовали, что вы соответствуете, или вы чувствовали, что вы плаваете, или вот какое было ощущение вот вашего позиционирования вот, относительно этого всего? Это были абсолютно два разных интервью, если мы говорим о face-to-face. Первое интервью было у меня достаточно рано, то есть я заплавился на позицию QA Analyst в одну известную там инвесторскую компанию, которую у них офис находится там в соседнем здании от Willis Tower, тоже большой небоскреб, то есть там все ходят в костюмах, достаточно серьезная компания там была. Я пришел туда, у меня получилась такая ситуация, то что обо мне вообще не знали, то что мне назначено интервью. Хотя все пропуски были выписаны, то есть неожиданно пришли. Я говорю, неожиданно для них пришли. Да, неожиданно. И то есть тот сотрудник, который должен был со мной говорить, то есть на интервью, то есть интервьюировать меня, он был не в офисе. И меня интервьюировал вице-президент, то ли помощник вице-президента, то есть там какая-то позиция, так и не понял, кто это был, но он интервьюировал меня вообще по совершенно, как бы, не знаю, другим вопросам. Я готовился к одному, он там про совершенно другое, он не видел мое резюме, не представлял, кто я такой. То есть это как-то неловко было мне разговаривать. Но с ним вы даже за жизнь с ним или вы о чем-то конкретном? Мы поговорили с ним, он говорит, да, я знаю, что нам требуется QA, и говорит, давай я тебя поспрашиваю там по там на разные темы, позадаю вопрос, он спрашивал, то есть, например, я
говорил по телефону то, что сиквел, я знаю какие-то базовые то есть, команды там, то есть я не суперспециалист, а он меня, то есть, уклон на сиквел, например, делал. Потом я говорил то, что automation я только учу, он меня спрашивал много по automation. То есть это был технически очень грамотный человек. Да, грамотный человек, и он, видимо, не видел мое интервью и не понимал, как бы, кто я такой, на какую там, не знаю, зарплату, может, рассчитывать. Ну, то есть вам с этого дела радости не было, с такого интервью? Ну, и, да, то есть сначала я шел на это интервью с улыбкой, поднимался там на 60 какой-то этаж, я думал, вот, вот тут я буду работать, уже представлял себе, нафантазировал, там, пришел в рубашке, там, чуть не в костюме, а ожидал меня немножко другое. Да. Хорошо. Но уже так же не бывает, что подряд облом за обломом. То есть второе интервью уже было такое, то что надо. Второе интервью было совершенно неожиданное. То есть обычно, когда делали скрининг с каким-нибудь техническим специалистом, я назначал его на среду или пятницу, потому что в эти дни я не работал, чтобы я спокойно мог дома посидеть, подготовиться перед этим к интервью в спокойной обстановке, то есть где тишина, в комнате поговорить. И мне технический специалист сначала позвонил в очень неудобное время, я собирался ехать смотреть квартиру, там, то есть опаздывал, и я чуть ли не на бегу с ним разговаривал по телефону. Он задавал мне много вопросов, то есть я не знаю, почему так вышел, но что хорошо, то что мне назначили после этого face-to-face интервью. Я очень обрадовался, потом начал читать про эту компанию, но перед тем, как пойти на face-to-face, увидел то, что эта компания входит в самый топ лучших компаний Чикаго, то есть там... 94% отзывов, это там лучшее место работы в Чикаго. То есть очень хорошая компания консалтинговая, которая занимается mobile development для очень серьезных компаний, которые занимают там первое место в своей сфере. То есть, к примеру, там какая-нибудь Coca-Cola, там, я не могу как бы говорить о клиентах, да, но там они очень как бы серьезные клиенты. И когда я пришел в офис, я тоже был сильно удивлен, так как он мне очень понравился. Вот я перед этим, потому что смотрел офисы Google, Twitter и других каких-то компаний, он выглядел тоже достаточно продвинуто. И я ходил с открытым ртом, то есть там все было настолько современно. И когда я пришел на face-to-face интервью, я чувствовал себя очень комфортно. А со мной, то есть люди, которые интервьюируют меня, совершенно очень хорошо ко мне относились, и меня интервьюировало, я думаю, человек 4 или 5, я вот сейчас точно не могу сказать, 4, по-моему. То есть это был, например, QA Lead, был специалист по Mobile Applications, был Scrum Master и еще вот кто-то, позицию его не помню. И все прошло настолько гладко, то есть, я не знаю, с улыбками, мы потом как друзья обнимались, мне сказали, уже чуть ли не показали место, где я буду работать, в какой команде я буду работать. Экскурсию потом провели, и я уже понял, то, что я, скорее всего, буду там работать. Я очень настроен был на эту компанию. Ну, вы и на первую были настроены, как бы, да? Да, на первую я был настроен, но это по незнанию, наверное, потому что я представлял то, что вот там... Вы вышли уже на работу? Я практически месяц уже работаю. Так, что родители говорят? Они как-то так говорят, ну так и должно было быть, или они говорят, молодец, вот как реакция родителей? Они говорили, молодец, то есть они, я не знаю, там, они как относились к тому, что я вот начал заниматься вот QA, то есть они знали то, что я могу там плюнуть, бросить и в совершенно другую сферу перейти, как у меня было до этого там со школой, было с университетом, там, с работами, то есть я, наверное, человек настроения больше. Но тут я, на самом деле, в QA влюбился, потому что я сначала зарегистрировался на U-тесте, у меня было очень много проектов, я сидел, просто тратил время на проекты, смотрел, как работают приложения и так далее. Понял, что мне это нравится, и потом уже начал уже серьезно как бы учить какие-то определенные
определенный материал. То есть я на Automation вообще, то есть практически не смотрел. Я понял то, что мне сначала, например, manual надо безупречно знать. Да. И знать, например, Agile SDLC, то есть как это все работает, и как вообще в реальной компании все это работает. И я перед вот этим интервью, после которого меня взяли на работу, я знал практически все, вот, что было вот в requirements по этой позиции. А вот те, сколько там часов у нас есть про agile тестинг, то, что Яна Мурза рассказывает, вы слушали? Я вот как раз сначала немножко как-то плавал, посмотрел вот, про agile SDLC от Яны Мурзы. Мне это очень понравилось, очень хороший материал. Я потом начал гуглить, искать больше материала, как происходят там скрам-митинги, как там вообще с методологией, именно скрам, потому что, насколько я понял, сейчас каждая вторая, если не первая компания, пытается перейти на agile, но так как кто-то там старой закалки, это сложно, там waterfall они до сих пор используют. И все люди, вот, ну не знаю, все говорят, это сложно, надо перейти, это идеально, потому что будет. Ну да, в Кремниевой долине так это вот что-то давно началось, и как бы со всех сторон там. У вас более консервативная, наверное, там территория, но потихонечку, да. Это даже не только от того, что люди консервативные, это еще в частности от того, насколько ты должен быстро вносить изменения в свой проект. Если ты там работаешь на государственного заказчика, и тебе там год нормально, это одна история. А если ты должен там каждую неделю с новой версией выходить, или там даже две, так у тебя waterfall уже некуда вставить туда. Ну что же, хорошо. Теперь вы уже месяц проработали. Вот то, что вы у нас изучали, оно полезно? То есть, или знаете, как это там забыл и начал заново учить? Это полезно, дается в основном, конечно, общей информации, все потому что зависит от компании. В каждой компании используются свои testing tools, своя методология разработки, своя там, не знаю, project management, какая-то система, типа там bug reporting system, где-то там используется Jira, где-то вот как у нас Rally используется, который полностью заточен под Scrum. И они совершенно, ну как бы они вроде в общем-то одинаковые, какие-то общие цели выполняют, но все равно, когда уже начинаешь углубляться, это совершенно разные. То есть программы, тулсы и так далее. И все равно, когда углубляешься и работаешь в какой-то компании, надо заново учиться. И, например, сотрудники, коллеги мои, они это понимают прекрасно. И хоть, например, я знаю там, как проводить тестирование, как делать баг-репорт и так далее, но все равно у компании есть какие-то нормативы, как, то есть, зарепортить баг, как не надо делать, как надо, как в каких случаях к скрам-мастеру обращаться, каких там или там не надо. Ну, то есть, все равно заново идет какое-то некое обучение. Ну, если ты умеешь водить автомобиль, то даже когда ты пересаживаешься на другую машину, надо к ней немножко приспособиться. Да, но вопрос да, в том, что так. Мы не учим ездить там на Торусе или там на Мерседесе каком-то, мы учим, в принципе, водить. У нас driving school. А уже в какую машину сел, там уже адаптируешься. Да, да, именно очень хороший пример вот с автомобилем. То есть, если в автомобиле там габариты, там, грубо говоря, руль, там, размеры и как-то, не знаю, передачи, они вроде выполняют одинаковые функции, но работают как-то немножко по-другому. Нам постоянно говорят, а вот в нашей компании, я в этот момент понимаю, что я вообще с ним разговаривать больше не хочу, потому что мне пофигу, ну вот мы же не учим для его компании. То есть он к тому говорит, что вот мы там не то или не что-то, мы не учим в твою компанию. У нас есть маркет. Я примерно знаю, как в разных компаниях. То есть не то, что там это неизвестное все, но из всего этого вот выбирается некоторая сердцевина, с помощью которой, зная которую, владея которой, ты можешь легко адаптироваться там туда-сюда, собственно, вот это. У вас было какое-то время ощущение, что вы не соответствуете, что вас сейчас выгонят, что вы не справляетесь, вот. Недельку-две не было такого? На самом деле у меня не было такого, то есть вот это последняя неделя была третья, вот сейчас вот подходит, вот я думаю, четвертая неделя, но почти месяц я здесь работал, и в первые дни я сразу начал, мне дали аккаунт
другого сотрудника, потому что там очень серьезная как бы регистрация через заказчика идет, там надо запрашивать аккаунт отдельный, который там делается там 4-6 дней. Uh-huh. Я делал баг-репорт с другого аккаунта, и я просто посмотрел быстренько, как делают другие QA, подумал, как лучше я бы сделал, то есть, например, и начал сразу, например, репортить баги, и мне скрам-мастер говорит: о, как ты нашел, как ты этот, потому что мы этого не замечали, хотя там, ну, есть как бы в команде достаточно опытные QA, они просто, из-за того, что у меня свежий взгляд был, я посмотрел на application, то есть, конечно, мы делаем mobile application для iPad, и из-за того, что у меня свежий взгляд, я сразу очень много начал репортить. Замыливается, ты перестаешь видеть, конечно, это очень... Знаете, как есть такое, есть такая фраза, говорит, что you cannot have first impression, you cannot get first impression second time. Да. Понимаешь, ну, да. Первое впечатление, оно как бы уже вторым не будет. Да. Ну что же, хорошо. Так, ну, вы как бы прорвались на ту сторону, вот вы работаете. У вас вы себя спрашиваете, дальше что? Вот что теперь? Какой следующий шаг в развитии у вас? Вот квартиру меняете, я понял. Я себя спрашиваю, да, у меня план такой, то есть сначала хочу получить побольше опыта, то есть поработать с большим количеством проектов, не только с iOS, также и с Android, к примеру, потому что у нас уже там в планах есть новый проект, который будет под новую версию Android, и не будет прекращаться поддержка вот под iOS, и я хочу получить больше опыта, больше проектов для своего резюме. И, наверное, за год, может быть, получится как-то вырасти в плане там и должности, и опыта побольше получить. И, возможно, я, конечно, рассматриваю это, как пойдет, выучить Java, может быть, переквалифицироваться в development, в девелопера. Я пока точно не знаю, потому что я особо не углублялся в эту тему. То есть автоматическое тестирование вы не рассматривали для себя там, да? Я рассматриваю автоматическое тестирование, у нас будет вот тренинг там со следующей недели, но... Хорошо. То есть я понял, что это не настолько сложно, как, например, выучить язык программирования. Ну, нет, ну подождите, дело не в языке. Вы можете на том же языке программирования, скажем, на Java, вы можете делать какие-то задачки там с Selenium, так? А можете делать development. Поэтому дело не в том... что есть языки для тестирования, языки для программирования, просто есть задачи другие. Скажем, есть задача разработки, есть задача тестирования. Конечно, задача тестирования в целом намного проще. Вот. Но хотя есть очень сложные тоже. Есть такие задачи по тестированию, которые нужно быть хорошим программистом, чтобы сделать. Но вопрос в чем? Если вы хотите оставаться в тестировании, вы можете там выучить какое-то количество языков на том уровне, на котором тестер пользуется языками. Если вы пойдете в development, то вы должны выучить язык на уровне, на котором development знает язык. Это просто разные уровни, да, владения языком. Но в принципе, если вам 24 года, вы, конечно, вполне могли бы. Тем более у вас нет семьи, чтобы ее кормить, нет там детей, которых надо там содержать или там в колледж отправлять. Поэтому, конечно, вы вполне могли бы там за годик, в пределах одной компании, вы вполне могли бы. То есть, если они поддерживают вашу мысль о том, чтобы переходить в development, и говорят, вот берешь такой курс, мы тебя ставим на проект, ну, конечно. Тут есть другая опасность. Если вы там пару лет поработаете тестером, хорошо поработаете, вы уже будете получать такие деньги, что на начинающего девелопера вам уже как бы обидно будет. То есть, это будет сильное понижение. То есть, вы если уже пойдете в программисты, вы тогда вот прямо вот сейчас начинаете. До того, как вы начнете свои 120 тысяч получать тестером. Ну да, конечно, молодой, вам надо когти рвать там и на ходу подметки резать. Я буду в ситуации двигаться, то есть я говорю, я хочу получить побольше опыта на проектах, реально, то есть, и потом уже посмотреть. То есть ты все равно общаешься с девелоперами, там, смотришь, как они там работают, в чем может быть проблема и так далее. Это дорогого стоит. Возможность общения непосредственно вот такого каждодневного с программистами, это очень большое дело. Хорошо, давайте я вот просто про ваш блог тогда еще спрошу. Значит, ваш блог о чем? Ну хорошо, Чикаго, я понял. Но что вот вы, какие темы у вас? У меня на самом деле блог разделен на несколько разных тем. Это какая-то
какой-то инструктаж, как, например, получить права, как снять квартиру, как там оформить какие-то документы. Потом какая-то познавательная информация о городе, например, там в какие музеи сходить, там на какие-то вечеринки, например, про какие-то здания рассказываю. Третья часть — это лайфблогинг, именно когда я хожу, снимаю и рассказываю, что происходит в моей жизни. И четвертая часть — это когда у меня там был приятель, он, к сожалению, уехал в Индонезию, мы хотели с ним юмористическую тему на английском языке развивать. Но он уехал, к сожалению, вот. И вот эта четвертая часть заменилась на интервью. Все равно интервью о работе с разными людьми, чем они занимаются, чем они живут, чем интересуются. Вот как-то вот на несколько частей. И я не хотел бы, например, делать это все в стандартном формате. Все равно я стараюсь делать в каком-то своем. Такой вопрос. Вот Чикаго как место для новичка. Я знаю, что там много наших соотечественников, очень много. Там большая комьюнити. Значит, вопрос мой такой. Вот Чикаго. Вы считаете это хорошее такое место, удачное? Вот вы советуете новичкам ехать в Чикаго? Для старта, я думаю, да. Я, то есть, делал выбор между четырьмя, по-моему, городами. То есть это был Чикаго, это был Бостон, это был Лос-Анджелес и, по-моему, Нью-Джерси тогда рассматривал. Я сразу себе поставил цель, вернее, не цель, я себе как-то отметил, на что я буду расходовать свои средства, которые вот накопленные, которые привезу в США. И я понял то, что в мои планы не входит покупка машины, автомобиля. И не во всех, далеко не во всех городах есть паблик транспорт, и сложно, например, добираться без автомобиля. Если мы рассматриваем Лос-Анджелес, там очень сложно. Там есть метро, но оно неудобно расположено относительно, например, Нью-Йорка либо Чикаго. И то есть первое — это, наверное, был транспорт. То есть насколько легко бы было передвигаться пешком, то есть на метро, на автобусе, еще как-то там на шаттлах каких-то, на других там, на поездах. Это первое, наверное, для меня было. Потом стоимость рента. То есть в первое время, когда приезжаешь в США, надо понимать, то есть если приезжаешь, грубо говоря, возьмешь 6 тысяч долларов на себя одного и приедешь в Сан-Франциско, они у тебя уйдут, я не знаю, там, за очень маленькое время. И другое дело, если приедешь, например, в Чикаго, снимешь комнату за, там, не знаю, за $500, и тебе хватит для того какого-то времени, чтобы обосноваться, получить какую-то сначала работу на первое время, понять, разобраться в себе, чем заниматься, если до этого не делал. И есть комнаты за $500. Да, да, ну то есть я вот это вот, где, в Сан-Франциско? Нет, у вас там, в Чикаго. А, здесь много, на самом деле, вариантов, тут есть и за $300 даже, но как бы они в районах не очень хороших находятся. Угу. То есть за $500 это будет комната в приличном месте? Это, то есть для меня приличное место недалеко от даунтауна, где нет такой преступности, либо живут студенты, либо какие-то, ну не знаю, то есть нет преступности и транспортные, то есть либо автобус, либо метро, либо что-то такое, чтобы удобно было добираться. То есть по ценам могу сказать, я вот, например, переезжаю скоро в квартиру, я нашел, долго, конечно, искал квартиру в двух станциях метро даунтауна за $975 в месяц. Большая квартира. Студия или one bedroom, что это? Это one bedroom. А куда вам одному one bedroom? Хотел просто, чтобы более комфортно было, потому что посмотрел я студии и понял то, что мне, наверное, было бы некомфортно в этом жить, где, например, в одной комнате все, и кухня, и спальня, и зона отдыха какая-то. Я решил то, что one bedroom будет покомфортнее, и в плане цен они не особо отличаются. Переплачивать в месяц $50-$100 – это небольшая разница. Угу. Ну что же, хорошо. Так про блог я понял. А подписчиков много? Сейчас точные цифры не знаю, в районе 1400, по-моему, человек. Ну что же, хорошо. А вопросы какие задают? Вот что людей интересует? Про город спрашивают? И про иммиграцию? Про что? Задают много-много вопросов. Я все собираюсь собрать список вопросов, на которые ответить, там как-то записать видео. В основном это про работу. Первое — про грин-карту. Это вот второе. Третье — про нелегальную работу, нелегальную какую-то иммиграцию, там
какой-то всех интересует, по какой визе там я приехал и так далее, как много ли там нелегалов и так далее. Четвертое про украинское комьюнити, про то, сколько здесь много, насколько много здесь украинцев, белорусов, русских. И, наверное, только пятое как раз про город, про сам Чикаго, то есть про какой-то там ивент, про какую-то архитектуру, про историю, то есть про такие моменты. И в последнее время, когда я начал, закончил школу, устроился на работу по QA, очень много посыпалось вопросов про QA, про тестирование, про устройство на работу в этой сфере, про там... Видео, вот то, что вы сделали там, да, с товарищем, который, значит, с вами учился, оно популярно? У вас там много народу посмотрело? Ну, последнее видео сегодня смотрел в районе 800-900 просмотров. Ну, да, ну так. Ну, то есть, по вашим масштабам, это как бы приличное количество просмотров или... Ну, максимум у меня, по-моему, там в районе 2500, но за 4 дня 800-900 это нормально, я считаю, для моего канала. Ну что ж, то есть это у вас такой довольно живой просмотр прошел. Ну хорошо. Давайте вот такой вопрос я вам напоследок. Значит, я сейчас вот провожу такое исследование, как бы, что делает человека успешным в таком процессе, как вот онлайновый класс наш. Потому что все-таки в онлайновом классе я со своей стороны не имею столько рычагов, как вот когда ребята здесь, я их вижу там несколько раз в неделю. У нас тут интерншипы, мы можем их так-то, как, ну, стимулировать как-то по-разному. Вы далеко, что вы там делаете, мы не знаем. Если спросите, там, посмотреть на Дайсе, как висит, мы посмотрим. Не спросите, так и не узнаем. Поэтому все-таки вот в этом процессе, что делает человека успешным? То есть вот если кто-то думает, а вот может я тоже так могу. Может быть, и у меня тоже получится. И как бы возвратный инвестмент, да, правда, хороший, там, что там, $1000 заплатить, не 4, и что ты еще тут полгода живешь, тут платишь много, правда? Все-таки, значит, то есть, как бы во всех отношениях это, казалось бы, экономически очень, очень привлекательно. Но с точки зрения успешности, никто же не хочет вот заплатить $1000 и ничего не получить. Просто хочу рассказать про онлайн-класс, как это для меня проходило, вот как раз в чем там была какая-то сложность, отличие, моя точка зрения, отличие от офлайн, то есть в кампусе там занятий, надо заставлять себя обязательно учиться, потому что если есть какой-то некий доход, какая-то работа, даже если она малооплачиваемая, это какой-то там, к примеру, тут ставка там $10, все равно будет хватать на жизнь, и сложно заставить себя учиться, тратить время на это большое количество, пока не поймешь, что можно реально получить хорошую работу. Когда уже процесс идет, все в процессе, когда реально интервью проходит, то есть когда зовут на face-to-face интервью, и ты понимаешь, что работа вот-вот близко, осталось там подучить какой-то материал, подготовиться основательно к этому, тогда да, берешь себя в руки и учишься. То есть я сам по себе человек, например, который делаю, наверное, делал все как-то на вось, не знаю, но я люблю поговорить и... Постоянно как-то у меня легко проходило, я особо не готовился ни в университете, там, ни в школе, ни при устройстве на работу, на интервью. То есть как-то, я не знаю, а тут сложность в том, что это английский язык, во-первых, нет такого большого словарного запаса, чтобы убедить человека взять себя на работу, и можно его убедить только лишь своими техническими знаниями. То есть не заболтаешь просто какого-то там QA-лида, например, какой ты прекрасный, какой ты хороший. Надо показать, что ты реально хороший специалист, что у тебя есть опыт, что ты можешь работать на этой позиции, что ты им нужен. И они готовы платить тебе деньги. Вот на самом деле в этом, наверное, весь секрет. То есть обязательно нужно просто заставить себя взять в руки, сесть и выучить материал, что пока не интересно, например, можно отложить, взять... какой-то другой материал, который более интересен. Взять реальный какой-то проект на том же U-тесте, хоть там и проекты, они все равно очень отличаются от реальной работы, но посмотреть, как это все работает, и почувствовать себя в этой шкуре все равно немножко, и становится интересно постепенно, вот это как снежный ком, сначала там он маленький, он накручивается, я, например, на каждый день на работу хожу с удовольствием, с улыбкой на лице, и мне очень нравится. Ну хорошо, а приятель-то ваш чего говорит? Вот вы его, по-моему, тоже спрашивали, да? Он что-то говорил. Вы спрашивали, много ли он занимался? Да, то есть
Мы на самом деле занимались одинаково с ним. Но вот когда у нас что-то близко подходило к какому-то там face-to-face интервью, мы брали себя в руки. Он устроился в компанию более такую, как сказать, старую, наверное. То есть они там используют до сих пор, не знаю, делают запросы через командную строку, какой-то там терминал всегда используют, нет графического интерфейса у них, например. Компании там 20 чем-то лет. У меня, например, компания очень современная, мы используем самые современные, например, какие-то методы, и у нас прям внедряют самые последние технологии, у нас консалтинг компания, мы именно занимаемся mobile development, именно разработкой. А вот, например, у Коли, он как штатный сотрудник идет, то есть он делает поддержку их продукта. Ну, вот тестирование, в смысле? А? Скорее, поддержку, но он тестирует его или что? Да, то есть тестирует там. Я тоже не могу сказать, я особо не знаю, что он там именно чем занимается, но он как штатный сотрудник сидит, у них есть какая-то там какая-то программа, и он тестирует ее постоянно. А у нас проект приходит, мы делаем, то есть я провожу тестирование, следующий проект. Нет, ну консалтинг, у вас много проектов из разных мест. Ну да. Это более живая такая, более динамичная работа. С другой стороны, я скажу, что первая работа, она не так важна, какая именно. То есть она может дать тебе немножко больше в развитии, может быть меньше, но она дает тем, что какая бы она ни была, что это первая работа, что она у тебя пошла на резюме, что у тебя есть чего рассказать, там у тебя появляются знакомые какие-то, там в LinkedIn, там подключаются люди, еще что-то, ты как-то вот, ну, в вагон сел. Понимаете, одно дело, ты стоишь там на платформе и жмешься, там, это может быть мягкий вагон, это может быть плацкартный какой-нибудь там, купейный, неважно, важно, что ты поехал, понимаете? Да, можно, да. Сидеть, можно долго простоять на платформе, ожидая спальный вагон, но тот, который сел в плацкарт, он уже давно перебрался там и уехал далеко, поэтому... Очень, очень важно лишнего не простоять на платформе. Вот. А то бывает, стал на платформе, ждал, там с алкашами выпил, потом еще куда-то пошел, так никогда на поезд и не сел. Ну что же, хорошо. У меня к вам просьба будет. Вы мне, во-первых, в скайпе пришлите ссылочку на ваш канал, чтобы мне время сэкономить, там, чтобы я не искал. И второе. Вы, когда я повешу видео, вы отвечайте там в комментариях, да, чтобы ребята видели, как к вам обратиться. Потому что иногда вот говорят, а как найти там, и вроде никакие ссылки не работают, но если вы там уже под этим что-то такое отвечаете, то вас с вами проще. Ну и давайте напоследок, может быть, что-нибудь такое народу скажите. Вот все-таки вы относительно недавно в стране, вы можете себе представить переживания тех людей, которые выиграли грин-карту, им только предстоит, или переживания тех людей, которые как-то по другой там линии собираются приехать, и у них опасения, как там, что там. Я не имею в виду протестирование и там нормальную зарплату, но вообще вот как в целом? Я могу, да, дать совет. То есть у меня английский был не на хорошем уровне, когда я сюда приехал. Я очень боялся разговаривать по телефону, боялся ходить устраиваться на работу. Я мэкл-бэкл говорил тихо. То есть это типичная, я думаю, проблема человека, который только приезжает в страну. Главное взять себя в руки и не бояться реально говорить по-английски и говорить, что ты умеешь, полностью описывать свои какие-то навыки при трудоустройстве, будь то это IT-индустрия, будь то это, я не знаю, там работать в пиццерии, там работать на вольт-паркинге или где. Говорить не бояться. Тут люди привыкли абсолютно ко всем, и никто абсолютно не будет смеяться над тем, с каким акцентом ты говоришь, правильно, неправильно говоришь, все равно поймут. Я когда это понял для себя, мне стало намного проще. То есть я сначала боялся делать ошибки при разговоре, как я правильно, неправильно сказал. Потом, главное, нужно какое-то, не знаю, взаимопонимание найти с человеком, с которым ты разговариваешь, и все будет отлично. И не стоит бояться не отправлять резюме, не выкладывать его на маркет, не просто ходить там искать работу, по телефону разговаривать. Бери себя в руки и вперед, не видя никаких преград, и все будет здорово. Главное поставить себе цели и идти к ней напролом, на самом деле, как-то так. Ну что же, ладно, значит, спасибо за участие, и я надеюсь, что вы кого-то приободрили, кого-то утешили, кому-то дали надежду там и так далее, потому что
Никогда не знаешь, вот, на кого конкретно и как повлияет вот тот или иной разговор, та или иная мысль. То есть есть люди, которым вот прямо сейчас надо вот это услышать. Я это давно понял, и поэтому вот важно сказать, а кому надо, он найдет и услышит, и в общем и на него это как-то подействует. Давайте мы так скажем всем пока, так рукой помашем, и до новых встреч.